предприятие большого масштаба или вот такого, можно сказать, камерного. Сегодня необычный день, непростой. Сегодня праздник. Вся страна, вся наша великая Россия отмечает День Единства. И еще сегодня прекрасный праздник. Прекрасный праздник православной России. Сегодня День Казанской иконы Божией Матери. Богородица всегда охраняла Россию, будет охранять и дальше. Этот день особое место занимает среди многих государственных праздников России современной. Он, конечно, связан с событиями 1612 года, подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. Это праздник взаимопомощи и единения. Несмотря на то, что в России на протяжении многих веков в России происходило всевозможные, много разных событий, где Россия всегда оставалась единой. И независимо от того, какими народами она была населена. Если забыть о ничтожных обидах, о разности взглядов на веру и жизнь, все вместе сплотиться, враги будут биты, от мощи единства земля задрожит. Родина единства – вот в чем заложен основной смысл этого праздника. Россия много раз, я повторюсь, подвергалась огромным и страшным испытаниям, не раз переживала времена вражды, и после каждой трагедии она становилась лишь сильнее на зависть врагам. Давайте поаплодируем великой России и великим людям, которые ее населяют. Вернее, вечер получил больше положительных эмоций, давайте немножечко вернемся. В прошлое я займу немного у вас времени, потому что у нас сегодня необычный концерт. У нас сегодня вечер, прекрасный дух музыки, вот такого духового оркестра. Давайте его поприветствуем. Это единственный, я не знаю, в области других оркестров, но наш, по-моему, самый лучший. Без вот таких профессионалов и, конечно, его руководителя Михаила Ивановича. Аплодисменты Михаилу Ивановичу Бортникову. Его мужчину. Ну что ж, мы нашу викторину разделим на несколько этапов, чтобы вы, конечно, смогли потанцевать. И наша викторина будет не просто звучать за правильные ответы, друзья, вы получите небольшие, но очень нужные сувениры. Итак, внимание! Кто собрал ополчение в 1612 году в Москве? Два каких великих человека? Ну, Минин и Пожарский, конечно, Светлана. Вот очаровательные вот эти дамы, которые первые откликнулись. Так. Минин и Пожарский. А как зовут Кузьма Валерий Владимирович, правильно. А как зовут Пожарского? Как Пожарского имя? Кто знает? Хорошо, я скажу. Дмитрий Пожарский. Где жил Дмитрий Пожарский в то время, когда он приехал в Москву, чтобы поднять народ и возглавить ополчение? Где жил? В каком великом городе? Великий Новгород, правильно! Такой вопрос, как по-другому называют еще Россию? Россия. Что это? А? Матушка, Родина, а еще войны, к сожалению, когда проходили, называли эти войны отечественными, правильно! Отечество! Россия – это отечество! Как вы на Руси называете?
звание почтальона. Печкин. Печкин. Это герой нашего времени. Его посылали всегда. Он быстро бегал. Выбирали особых людей. Наверное, он был бы спортсменом в наше время. Олимпийский. Конец! Правильно! Валерий Владимирович, вы сегодня унесете большой склад. Я скажу, что это. Это календарь на 2017 год. И все мероприятия Городского дворца культуры 2016 год. Конец этого года. Чтобы вы знали, какие у нас мероприятия, и не пропускали. Ну и последний вопрос перед тем, как мы продолжим нашу танцевальную программу. Какой иконой благословляли русских воинов на священную битву? Божья Матерь, как еще называли ласково ее? К ней как к женщине обращались. Еще. Богородица. Да? Ну что ж, друзья, мы с вами вернемся вновь. Да, будем получать подарки, а сейчас всех приглашаем на нашу танцевальную программу. Thank you.
души нашего государства. Скажите, какие народы сейчас населяют нашу страну? Следующие мелодии прямо.
вдруг. Что за фильм? Тихо. Иван Васильевич. Постучало. Иван Васильевич, меня проведите вот сюда, пожалуйста. Да? Они у нас сегодня участвуют все, вы же россияне. Праздник у нас сегодня здесь. Ну что ж, друзья, мы продолжим дальше нашу викторину. А сейчас мы вновь приглашаем наш шедевральный духовой оркестр. Кавалер у нас
Заслушались, да? О, сейчас будет стекалочка за слухом. Да. Ну что ж, продолжим дальше наши танцы. Продолжим? Михаил Иванович, вам в руки вашу трубу. Что-то вот знакомое, да? Очень хотелось. Карнавальная ночь? Ну, или немножко не по теме.
Нового года. Так, ну тоже шедевр, один шедевр. Следующая минута. Приготовьтесь, фрау мадам. Я урок вам первый дам. Надо к небу... Thank you.
акции. Вы наверняка увидели, когда зашли сюда в зал, мы сделали вот, ну, конечно, не в таком масштабе, как наша Россия, сделали вот такой небольшой макет. Сейчас каждому из вас будет предложено вот такое сердечко, тоскольчик, да? Ведь Россия у нас одна, и нам ее надо беречь. Очень крепко держать ее в руках. Ведь мы ее любим, а она любит нас. Мы дети этой прекрасной, могучей страны Россия. Я люблю тебя, Россия. Я хочу, чтобы ты цвела. Словно птицы в небе синем распахнули два крыла. Ты согрела пол планеты. Сто народов, сто племен. Мы твои, Россия, дети. Каждый духом здесь силен. И татары, и мордва проживают в добром мире. Как на дереве листва и еще десятков разных наций, сел и городов. Ты, Россия, всем родная. Этот край наш общий дом. На этот макет, и наш прекрасный оркестр продолжит нам еще несколько композиций, да? И, конечно, протанцевать. Мы любим Россию! Наши сердца огромны и бьются очень горячо, не переставая, ведь наша Россия живая, и сердца всегда будут биться, потому что Россия жила и будет жить.
Да.